Я буду снимать на видео. А зачем вам мои документы? Что еще раз? Зачем вам мои документы? Проверка документов. Я что-то нарушил или что? Нет, почему? На плане оперативно-розыскных мероприятий, согласно. Ну, я разыскиваюсь, на меня есть ориентировка. Какая причина? У меня есть основания полагать, что вы можете находиться в розыске. Ну, у вас есть ориентировка или нет? Да, мы можем вам показать ориентировку, если давайте. Пойдемте в комнату полиции, тогда. Давайте. Молодой человек спрашивает, какие основания у нас для проверки документов. Я объяснил ему, что есть основания полагать, что он находится в розыске. Ну, статью назвал? Да, федеральный закон номер 13, статья 13, федеральный закон о полиции, часть 2. Я имею право вас остановить для проверки документов, потому что у меня есть основания полагать, что вы совершили преступление и находитесь в федеральном розыске. Совершенно верно. Да. И вот я предложил ему пройти, продемонстрировать ориентировки, по которым... Ориентировки – это служебная документация, вы не обязаны... Ну, вы собираетесь ограничивать мои права. Я имею право к доступу к тем документам, по которым они ограничены. Вы не имеете права доступа к служебной документации сотрудника полиции. Это наша внутренняя документация, и вы никакого отношения к ней не имеете. То есть вы не покажете мне ориентировку? Нет, ничего, что не покажу. Вам достаточно выполнить мои требования, а потом мои действия обсудить вышестоящее руководство или прокуратуре. А сейчас вы должны выполнить. Я думаю, что ваши требования незаконные. То есть вы отказываетесь выполнять мои законные требования, еще раз повторюсь, законные, которые мне даны законом. Отказываетесь выполнять. Если вы мне покажете ориентировку, я их выполню. Я еще раз вам говорю, это служебная документация, я вам ее показывать не буду. Я имею право. Вы не имеете права к служебной документации сотрудника полиции. Нет, вы собираетесь ограничивать мои права. Задержать меня. Вас никто не задерживал. Вас попросили предоставить. Ну если меня никто не задерживает, я тогда пойду. До свидания. До свидания. Всего доброго.